записать, наверное, видео. Вообще, я записывал сначала через OBS, и я сразу же взорвался с гранат. Вот это мне наказание. Потом я использовал Shadow Play, и мне показалась картинка немного расплывчатая в Warface. А ты что? Ну, я не знаю, через OBS всегда записывал. В смысле, стримил и все. И не заморачивался. Да как в голову тебе хочу? Как-то сразу много дымов накидали, и ничего не сделаешь. Точка какая-то маленькая. Вот сейчас я другой прицел возьму, буду наваливать, как боженька велел. Что на... Я говорю, сейчас другой прицел возьму и буду наваливать, как боженька велел. Ну какие-то странные эти... Я уже на С нажимаю, как в Майнкрафте. Ну, чтобы приблизить. Как вообще? Как в Оптифайне. Ну, короче, тут странные какие-то вот на высоких текстурах. От гранаты с краю стены там вот странные такие. Ну, короче, обугленные взрывом... Осторожно, граната! Отнёс вот текстуру. Так. Да ты бы лучше меньше болтал, шучу. Да ты бы лучше меньше болтал, шучу. Граната пошла! А, наверное, надо звук игры уменьшить, а то это... не настолько много. А то мой голос, может, не слышно, потому что... Ну, не знаю. Чё, мне пинг немножко меня подводил. Вообще, немного стесняюсь стрелять, чё. Сейчас Никирекс будет наваливать. Никирекс. Сейчас он разыграется немножко. Вообще, я играл мясорубку за медика и... Да. Я не помню оружие, как называется. Ну, в общем, я играл с чем-то и... Сначала плохо играл, потом разыгрался и вышел в хорошую, ну, нормально. Вот они наверхах сидят, они меня этим раздражают. А я не сижу наверху. Да, этого сынка. Я тебя тоже раздражаю. Лично меня нет, потому что ты за меня играешь. Это плохо. Дымов понакидали, поэтому я не вижу. Сынки. Вот первым мозголом сейчас за... Ой. Что? У меня, кстати, странные... Ну, почти странные RGB цвета на... Хотел сказать, нахально на микрофоне, вот. Но они нестандартные какие-то, даже не очень подходящие для чего-либо. Знаешь, вот. Ты здесь же? Ну да. Я просто сосредоточиться пытаюсь. Молчала, думал, ты там умер 13 раз. Я не понимаю, как вообще меня просто трясет всю камеру, просто вот вверх-вниз. Просто надо скачать мод на антифляж. Точнее, не мод, а, ну, я не знаю, в Майнкрафте там как-то можно регулировать. А что это у тебя за оружие такое интересное? Ну это все ваншот. Да ёлку. Не могу сделать подкат. Вот навожу все вроде нормально, а перестрелять какого-то типа... Обычного не могу. Вот, этот Тимник, или как его там. Я думал, Тим. Просто как боже. Он как боженька наваливает. Какой Тим Бёртон? Да о чем? На каком. А, Тимник. Там на первом месте. Так там я у них на первом... пока что даже да. Лучше его играть. Ну, по очкам, да.
по линзам. И по линзам тоже. Ой. Кидаю гранату, гранату. Ники Рекс начинает разыгрываться. Мне взорвали гранаты 5 раз подряд. Ну не подряд, конечно. Ну просто счет 0-5 у какого-то со мной игрока. Точнее, у игрока. Ну, да. Ух ты, хорошо сейчас было. Я подумал взрывателя с гранатой. Там же нельзя. Недопустимо. Что это за гранаты такие? Они слишком какие-то имбовые. Ты опустил меня в списке. Это недопустимо. Я тебя просто опустил. Без списка, шучу. Граната пошла! Меня уничтожил Тундра Макарова. Надо чуть-чуть размяться. Как себе. Что это? Меня уничтожили. А что это за какие-то ну, иконки справа от модели оружия? Ой, от названия оружия. Когда тебя убивают. Моды. Моды там определенные. У каждого мода своя иконка. Думаю, я не могу навестись. Иногда прям АИМ срабатывает. Иногда не могу. Мне просто хаешки не дают нормально навестись. Мне просто трясет во все щели. Кидаю гранату. Не могу понять, что вообще. Что? Кстати, это. Ой-ой, сыночки. Туда этих малышей просто. Еще один малыш. Если бы еще пинга нереального не было. А то он мне скачет просто. Арт. Сейчас, наверное, стоит поставить. Почему у меня вообще пинг скачет? Ну, как поскакать надо. Вообще, я сейчас дергаю, как передерщик, или как его там называют. Ладно. Заслуженная последняя смерть. Вот это работа, как я надеюсь, не умру. Нет, я не умер. Асынки. Я сейчас давай еще одну катку, я возьму Альфу, я тоже хочу поиграть с Альфу.